Прошло 2 года с тех пор, как 4 экстремистов ворвались к нам в дом и убили моего отца. Сейчас мне 16. Я 3 сбегала от приемных семей. Дьявол рядом. Это Елена Кан. Последний год я живу с ней. Переходим к следующей новости. Есть вероятность, что группировка под названием «Благородные» скоро объявится в Филморе. Придут ли благородные в среду к зданию администрации, покажет время. Будешь пялиться или обслужишь нас? Проходите. Наконец-то. А, черт! Она специально меня облила. За спасение страны. Шаг за шагом мы вместе остановим предателей. За свободу. За свободу. За свободу. Кто это? Бекки. Ты украл у меня пса. Нет! Может, вызвать копов? Ты забыл, что у нас в амбаре оружие для захвата администрации? Найдите девчонку и верните ей пса! Игры кончились. Я так не думаю. Бекки в ярости.